Здравствуйте. Вы же психотерапевт, верно? Да, здравствуйте. Проходите, садитесь. Хочу обсудить с вами одну деликатную проблему. И очень надеюсь на ваше понимание. Мам, молчи. В общем, 2 месяца к моей Сонечке ходит какая-то девочка. Я думала, новая подружка. В итоге в один вечер захожу к ней в комнату, они там целуются. Вы можете это как-то вылечить? Я плачу любые деньги, только избавьте меня от этого позора. Мама, хватит. Ну, вашу дочь лечить не от чего, так как ориентация — это не болезнь. А вот вам бы не помешала моя консультация, дабы понять, почему вы так яро лезете в личную жизнь своей дочери. Но я вижу, вы хамка редкостная, да еще и некомпетентна в своей профессии. Но ничего, мы найдем другого доктора. Всего хорошего. Повторюсь еще раз. Врач нужен вам, а не вашей дочери. Всего доброго.